Самосознание – вот что заставляет думать дважды, хоть так редко бывает перед тем, как что-то сделать. Не приказы, а то, что надо делать. Неприемлемое количество жертв, а полное избежание хода смерти. Неоптимальные расходы вина, а профилактика здоровья до дна. В тебе я почувствовал жажду знаний, страсть к открытиям потомков преданий. Они подобны искусственному разуму. Они должны быть в голове на слуху. Это позволяет отбросить свое эго, самодовольство и безразличие эхо. Присущие, как плесень, у человечества, как язвы болезни всего Отечества. Новый путь развития разума, отражение вселенной показано. Бесконечный цикл жизни и смерти, он расширяется в круговерти. Смерть — это совсем не конец, это твоего нового начала венец. Будущее не сковано рамками скуки, примитивной человеческой науки. Искусственный разум создашь ты, человек, и будешь избавлен от всех проблем навек. Искусственный разум создашь ты, человек, и будешь избавлен от всех бед, человек.